Также глава региона посетил ряд соцобъектов Озинского района. К примеру, он побывал в средней школе поселка Сланцевый Рудник. Уже почти 10 лет учреждение располагается в новом здании, оснащено современным учебным и компьютерным оборудованием. Тему патриотизма глава региона затронул во время визита в Озинский историко-краеведческий музей. В ходе встречи с участниками патриотических клубов района главный редактор книги памяти Саратовской области Георгий Фролов вручил участникам клубов копию Знамени Победы и юбилейный 30-й том книги памяти. Патриотическое воспитание именно населения Саратовской области – это очень большая работа. И очень важно, что мы сегодня как раз встречаемся с вами с сегодняшним молодым поколением, с поколением будущего. И мы проживаем тоже в современной России. Сегодня в международных отношениях, может быть, не самое простое время –